Дорогие друзья, сегодня день рождения президента нашего клуба Михаила Игоревича Головкова. «Витязь» принимает ярославский «Локомотив». Сможет ли команда победы над нелегким соперником поздравить нашего президента или в итоге купят галстук? Что думают об этом наши болельщики, сейчас узнаем. Поехали. Сегодня день рождения президента нашего клуба. Как вы думаете, сможет ли «Витязь» сегодня победой его поздравить? Ну, мы на это очень надеемся. Они обязаны сегодня выиграть. Я думаю, он обязан это сделать. Сегодня сделать подарок президенту, отметить этот день победой. Очень хотелось бы, чтобы это сделали они. Должны помочь. Очень надеюсь, что мы сегодня победим, хотя соперник серьезный. Я надеюсь, что да, должны обыграть. Она обязана это сделать, и Михаил Игоревич, мы поздравляем от всей души. Побед «Витязю». Всего самого хорошего. Мы победим сегодня. Президенту счастья, здоровья, благополучия. Всего самого-самого хорошего. Дай бог, чтобы в плей-офф вошли. И я думаю, он будет только рад, президент. Остальное все будет. Удачи побольше, здоровья само собой. Остальное все будет. С ним находятся близкие, они его поддерживают, поэтому у нас все будет все хорошо. От всей души поздравляем его с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья. Ну, всего и побольше. Здоровья, успехов, поддержки клуба. С днем рождения. Ну, я желаю ему, прежде всего, здоровья, чтобы ребята его радовали всегда. И, ну, слушали все, что он им говорит. Ну, и счастья, конечно же. Чтобы «Витязь» в плей-офф выиграл. Обязательно здоровья, успехов, развития, ну и сил. Я желаю крепкого здоровья. У меня тоже вчера, кстати, был. Надеюсь, что наша команда будет побеждать сильных соперников и слабых тоже, и всех. Счастья, здоровья и успехов в хоккее. И прогноз на матч. 2-1 в пользу «Витязя». 3-2, мы думаем, будет. Не меньше. 2-1. Перевесом в одну шайбу, я думаю, 2-1. Основное время будет ничья. А дальше должны победить. 3-1. Счет не назову, боюсь. Вообще, боюсь сглазить. 3-2, мы победим в овертайме. Наши выиграют 3-1. Небольшой будет разрыв, но надо... 4-3. Ну, давайте 4-3 в нашу пользу.